что означает имя Люся, характеристика, совместимость, характер и судьба. Личность Люси – женщина с запахом зимы. Цвет – оранжевый. Основные черты – воля, общительность, активность. Тотемное растение – гиацинт. Тотемное животное – лис. Знак – близнецы. Тип – женщины чрезмерной возбудимости, бешеной активности, хитрые, как лисы. Ироничны, любят посмеиваться над другими. Психика – делают все для того, чтобы их заметили, одеваются ярко, экстравагантно, нуждаются в постоянном общении. Не поддаются влиянию, умеют выпутываться из любой ситуации. Воля – сильная, опирается на сообразительность и ловкость. Возбудимость – семейной жизни этих чудесных женщин не всегда усыпана розами. Скорость реакции – реагирует сильно, импульсивно. Поле деятельности – любят языки, могут стать прекрасными переводчицами, стюардессами, работать в торговле, на дипломатическом поприще. Из них могут получиться талантливейшие актрисы и певицы. Интуиция – под театрально раскованной внешностью скрывается очень чуткая и чувствительная натура. Интеллект – обладают аналитическим складом ума. Завидная память позволяет им делать вид, что они усвоили учебный материал, хотя на самом деле они просто механически повторяют то, что запомнили. Восприимчивость, с одной стороны, Люся степенная особа, с другой, вечно юные и полные радости жизни. Нравственность, разыгрывают из себя праведниц, но под влиянием минуты или желая привлечь к себе внимание, способны, бог знает на что. Здоровье, когда веселые, то чувствуют себя прекрасно, когда же погружаются в печаль, то все у них начинает болеть. Должны следить за органами дыхания. Сексуальность, мечтают быть любимыми, но часто изменяют сами себе, выбирая мужчин, далеких от своего идеала, который даже не подозревают. Что за женщина перед ними? Активность, часто притворяются честолюбивыми лишь для того, чтобы приобрести вес в глазах общества. Общительность, этим женщинам требуется общество, где Люся могла бы блистать. Заключение, если вы станете мужем этой обворожительной особой, то испытаете чудесные мгновения, но в обществе, где вашу жену будут окружать другие мужчины, вам лучше держаться подальше. Можно дать только один совет ее близким, держитесь. Кавычка.